Ко мне около месяца назад приехала колодка от компании Bodom. Я ее открыл, но она у меня уже не новая, я на ней как бы курил. Вот такое вот держу в руках, ебани в рот нахуй, блядь. Что, блядь, за качество уебанское нахуй? Что за пиздец, блядь, где... Блестящий наполированный металл, блядь. Это что за отголоски, блядь, какой-то пизды, блядь, из металла, нахуй. А потом я понял, что это, сука, гранат. А граната наполированной не бывает. Соответственно, я списался с представителем, говорю, слушай, а что такая вся, типа, немного мятая, там, ну, вот такая. Он мне говорит, да, вот, типа, ну, это дизайн, стиль колодки такой, типа, ну, это гранат. Она под лимоночку сделанная, типа, ну, стилистика такая, то есть, и нам, типа, им было проще сделать гладкую блестящую поверхность, нежели чем вот такую вот текстурную прикольную. Помните, все дрочили на... Так вот, шаттл был сделан из цельного куска, и Bodom сделано из цельного куска, да. Здесь нет ничего, то, чтобы их как-то скрепляло. Здесь нет никаких других частей. Это просто цельный кусок, и на нем уже, собственно, все это вырезано, нарисовано, вышлифовано, вычерчено. И получилась вот такая вот колодочка. Все, я объяснил, что куда. Теперь давайте уже, собственно, разберем всю эту штуковину. Можно курить на одном угле. Я не понимаю, как это сделано при таком большом объеме, что... Два угля, которые лежат здесь, они спокойно взрывают чашку. Да, есть другие коллауды, да, есть другие устройства, но там, чтобы нормально, полноценно взорвать, нужно 3-4 угля, а потом типа кури на своих дедовских двух углях. Здесь же все это работает просто сразу. Уголь, даже самый хуёвый, который я на них прокуривал, не тух. Даже если он полностью покрывался пеплом, коллауд очень-очень... Как правильно? Говорить на неоригинальные коллаудовские продукты колодка или все же таки коллауд? Или просто использовать термин устройство нагревания чашки табака? Не суть. Пусть будет колодка. Работает она очень хорошо, она из цельного куска. Немного по визуалу, да, она отпугивает, как будто это что-то старое, но на самом деле это что-то новое, прикольное. У меня здесь чашечка от компании Mechanica Smoke с металлическим кольцом, и она сюда садится просто охуенно. Из особенностей, я на ней сейчас в последнее время курю, потому что не планировал снимать обзор, думаю, ладно, буду курить, потому что нет времени иногда просто на 20-минутные покуры юзать 3-4 угля, а проще забить как-нибудь 2 уголечка. Я даже засматривался, чтобы купить вот этот немецкий коллауд на один уголь. И вот так вот с Bodom получается, что на двух углях ты уверенно можешь перегревать свою чашку и курить гарь. Вот так в коллауде выглядят 3 25-х угля. Сюда можно смело засовывать 4 25-х угля, которые ты еще не поставил на плитку, и они все тут помещаются. Стенки очень тонкие, форма не конусообразная, поэтому сохраняется очень много свободной площади. Но эта площадь автоматически становится ненужной, потому что за счет, как я и говорил, тонких стенок, 2 угля на ура. То есть запихать сюда 4, это будет просто смерть. Чуть на ногу не уронил. Теперь давайте быстренько все это прогреем, взорвем, и я, наверное, как-то под финалю. На 3 уже жестко перегревается. Поэтому, ребятки, по Bodom давайте подведем заключение. Смотрите. Коробочка красивая есть? Есть. Сам коллауд есть? Есть. Он работает. Как заверяет производитель, 2 угля идеально. Внешний вид спорно. Многие хотят наполированное что-то, знаете, прям вот, чтобы свое отражение видеть. А вот здесь вот сделали немного так гранжево, знаете, как-то дистракшн какой-то, вот милитари, то есть это лимонка. Это немного отпугивает. Но при этом всем это недорого.
По цене вы можете узнать на официальном аккаунте Bodo, либо на сайте Bodo. И кто хочет его купить уже вот-вот совсем скоро, то компания Bodo будет представляться на стенде на Джон Кальяна Фесте. Я еще точно не знаю, на каком стенде. Будет у них отдельный стенд, будет ли у них какой-то коллаборационный стенд. Но я сейчас все это узнаю. И всю информацию по Джон Кальяна, а именно к бренду Bodo, я выложу в описании, чтобы вам было легче сориентироваться. И вы можете уже подойти вживую пощупать. А, да, вот. Bodo два угля называется. Два угля. Поэтому все правильно. И вы уже сможете там на выставке Джон Кальяна Фест пощупать, потрогать и уже решить, прикольная штуковина или нет. Но, учитывая сложившуюся ситуацию со всеми этими, так сказать, подорожаниями угля, и ты первый раз в жизни не можешь просто поставить 10 углей на плитку и про них забыть, потому что это черная мать вашу золото. Поэтому приходится экономить, и Bodo залетела как раз. Вот она залетела прям четко в вагон, когда надо, и уехала на хайпе со всеми остальными. Так что это был Дава Дым, это прекрасная улица, это комплект механики, это штучка от Bodo на два угля. Всем пока-пока.